в том числе нападающие, форварды. Там они тоже поправки делают в свою игру. Гавриэле Гори 4-3. Это претендент на самый красивый гол 15-го тура чемпионата России, вне всяких сомнений. Мы сейчас увидим, по какой дуге летел мяч Гавриэле Гори. Такой парашют был заброшен, и итальянская связка сработала. Дарио Ромачиотти и Гавриэле Гори.